Всем привет, с вами Фидос. Сегодня пятница, специальное событие у нас, которое началось, по-моему, в среду. Одержимость Лилит. Как у вас там успехи, пишите в комментариях. У меня что-то не важно. Не важно в том плане, что я писал видео. Ссылочка будет вот сейчас появится где-нибудь. О том, что не ставьте сильную защиту. Зачем вам тут ставить защиту? Уберите питомца, поставьте какой-нибудь голимый пак. Пускай люди пробивают и проходят быстрее. Ведь администрация влупила такие цены за прохождение, что ну его нафиг. Но вижу, все сильно умные, все для чего-то ставят суперзащиту. Вот, например, гейм-овер взять. Ну, ясно, что против маг-пачки он ставит танка, который магом не убьешь. Да и остальные тоже. Опять же, вот этого нафиг ставят. Короче, ну, как говорится, на любую хитрую жопу найдется свой хитрый гвоздь. Видите? Жизни не покупались. Осталось 2 боя, 3 поражения. И то это потому, что, скорее всего, я просто, ну, тыкаю автоматом. Поражение вот такой вот пачки. Можете запомнить, против кого не ставьте. И поражение... Где еще одно поражение? Ну, где-то его уже даже не видно. Так, чем нападаем? Я вам 2 пока покажу. Тут у меня просто нету джета, поэтому делаем так. Так. Оливер. Аврора с Каином. Себастьян с Фенриксом. Айрис с Пингвином. Дориан с Акселем. И, естественно, Лилит с Мерлином. Ставим такую пачку и погнали в бой. Я все проходил на авто, вот чего, наверное, и вылетел. Ставим авто, ставим пропустить. Победа. То есть, блин, видите, 2 раза проиграл. Вот колдунья молодец. Опять же ставим. Так, нам 1 победа осталась. Смотрите, он даже такую пачку законтрит. Ну, я надеюсь. Погнали. Время вышло. Ну, ладно. У нас попыток хватает. Напасть в бой. Тут вся суть простая. Вампиризм. Эти вдвоем фигачат. По всей мощи сами себя восстанавливают. Себастьян снимает отрицалово всякие, что на них накидывают. Ну и, блин, Аврора защищает от магического урона. И, ну, такой танк, который уворачивается. То есть, ну, мне нравится. Я им играю, как меньше. И вот все, пошли-поехали. Пух-пух-пух. Всех победили. Забираем награду. Все, мы победили. То есть пачку запоминаем. Еще раз. Вот чисто с утра, чисто на автомате реально. Не вы, ну, даже не выбирал, поэтому и проиграл. Если бы выбирал, то... Это 1 пачка. Это если у вас есть такие... Челобречки. Меняем сервер. Вот мы на сервере посерьезней. Тут я еще сегодня вот только зашел. Опять же, ставьте защиту голимую, чтобы вас можно было вынести моментом. Дайте людям подкачаться. Ничего вы такие вредные. И тут вот такая вот у меня пачка будет. Это я вчера играл. Тоже Дориан с Каином. Он будет и танковать. Айзек будет контрить всех магов, тут набирать энергию. Себастьян убирать отрицательные все фишки.
Джет будет и целить, и критов добавлять, короче. Ну, вот такая вот пачечка. Ну, а этот будет стоять вот в бой. Первых два боя это NCP, короче. И второй бой. NCP, хотя там он было это. Но опять же, ну давайте посмотрим. В чем тут вся суть? Суть в том, что Дориан, блин. Все хвалят. Так. Вот. Вот это вот молодец. Кри это молодец. Потому что он поставил слабую пачку. Вой. Авто. Пропустить. Кто еще молодец? Капризуля. Не молодец. С моего клана просили вчера убери. Нет, не убрал. Так, мы попадаем дальше. Авто пропустить. То есть и таким макаром. Конечно, чтобы быстрее было, выбираем кто полегче. Авто. Пропустить. Проходим быстро, быстро, быстро это задание. По-моему. О, кстати, похожая пачка, как я там играл. Давайте попробуем, завалит или нет. По-моему, он всех должен валить. Я вчера так и набрал. Поражение. Ну, тут значит, против Айрис не ставим это. А обходим эти пачки стороной. Либо, опять же, ставим ту пачку, которую я вам показывал. Вот капризуля. Что у нас получится? Победа. Вот смысл. Им вообще нет никакого смысла ставить сильные паки, потому что, ну вот, им за это ничего не дается. Ну, давайте еще раз посмотрите на пачку. Вот такая вот пачка. И та пачка. Вот две пачки, которые я нашел. В комментариях вы можете писать, конечно. Не, конечно, опишите еще какие-нибудь такие топовые пачки, чтобы люди проходили на автомате. То есть поставил, ударил и пошел. То есть, а то все сильно хитрые, но мы-то с вами еще хитрее. Время вышло. О, блин, нет. Сейчас я буду ставить ту пачку и дальше проходить. Так что всем, ребята, спасибо за просмотры. Всем удачи. Побольше побед. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь в соцсетях. И опять же, поставьте самый слабый пак в защиту. Уберите все. Питомца хотя бы уберите, уже легче будет. Вам эта защита вообще ничего не дает. Абсолютно ничего. Будьте людьми. Давайте. Всем удачи. До встречи. Пока.